Раз сапожник и портной решили сделать книжку, портной листочки раскроил, сапожник сшил странички, сшили крепко, прочно, по чертежу все точно. Но зачем и почему, коль в книжке нет ни строчки, в книжке нет ни строчки? Тут писатель проходил, перелистал издание и в двух словах им объяснил: ребят, нужно содержание. Они говорят: а зачем? И так красиво, ни косо и ни криво, враз приняли решение. Пусть будет украшением на полке украшение. Тогда художник предложил оформить им обложку. Какой сюжет, название, вы расскажите хоть немножко. Да разве это нужно, сказали ему дружно. Маэстро, вы рисуете просто ни о чем. Он говорит: как ни о чем? Совсем ни о чем? Но ведь это невозможно, ведь это невозможно. Хотя, впрочем, знаете, был один художник по фамилии Малевич. Этот смог бы, но, увы. А теперь отбросим бесполезные морали. Сейчас игра идет другая. И, конечно же, без правил на золотом крыльце сидели царь и сын его царевич, и король, и королевич, и сапожник, и портной. Ой, а кстати, что же стало с той книжкой? Помните, я в начале песни говорил? Книжка без слов. А книжку выкупил фотограф, вклеил на страничке снимки и на обложке серебром подписал фотоальбом. Вот так был открыт фотоальбом, друзья. Предприимчивый фотограф книжку выкупил, фотограф заказал еще 3000 и обеспечил всех работой. Предприимчивый фотограф, и плевал он на квадраты.